В музейно-выставочном комплексе «Артишок» открыли выставку пейзажных этюдов химкинского художника Сергея Скачкова. Природные ландшафты, региональная архитектура, больше 20 произведений маслом и акварелью. Мастер всегда пробует что-то новое, ищет формы, не боится критиковать себя и дорабатывать картины. Художник всегда остается немного недоволен своими работами, потому что всегда он смотрит на работы критически, всегда ищет какие-то ошибки, изъяны. Тем не менее, Скачков часто выставляется, его работы заказывают, чтобы они стали частью интерьера. Да и посетители выставок всегда остаются в восторге. Много всего понравилось, потому что, во-первых, в разных, я так понимаю, что это все сделано в разных техниках и в разных эмоциональных состояниях человека. По словам художника, интерес к живописи у него с раннего детства. В университете учился на экономиста, но тяга к творчеству взяла свое. Сегодняшнюю выставку представили в рамках проекта «Этюды Подмосковья». Этюды – это детальное изучение местности, понимание свойств природы и ее состояния. Экспозиция в музее «Артишок» будет доступна для посетителей в течение месяца. Вход свободный.